что творим? Картофан. Тут так всегда жарится картошка. И салатик. Кайф. А в чем-то ты себе отказываешь? Ну, в смысле, там, вино или что-то сладкое. Жень, я себе вообще отказываю всю жизнь во всем. Если бы я себе не отказывала, вряд ли бы я так хорошо выглядела. Конечно, ну, то есть ты волевой, да, человек? Вы, Жень, волевой. Помимо того, что ты властный человек, это видно. И выпить люблю, и погулять люблю, и поесть люблю, и потанцевать люблю. А знаешь, вот с этой публичностью, популярностью, а ты приобретаешь еще вторую сторону медали. Ну, ты, наверное, сам это знаешь, когда тебя все узнают, ты не можешь себя вести, как не подобает звезде, как кажется, какой-то придумали канон, когда себя вести звезда, женщина, понимаешь, ну, люди. Если ты, не дай бог, как-то там не очень выглядишь, там ты там не накрашенная вышла, или там устала, или там кто-то тебя сфотографировал, все укладывается в интернет, потом это все обсуждается. Ну, я такой человек, что я вообще не обращаю на мнение других людей, если честно. Не обращаю. Стараюсь. Я, знаешь, я как уже такой покрылась оболочкой, от которой все это отталкивается, потому что вначале переживала, обращала, сейчас уже научилась. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.